Вот такая бабочка. Древоточец пахучий. Из кокона вышла 5 минут назад. Сначала сидела долго на коконе из опилок. Потом забралась сверху, сидела долго. И вот недавно пыталась расправить крылья. Как бы накачивала в крылья. Вот, смотрите, вот этот кокон. Вот она из него вышла. Произошло у меня на глазах. Вдруг кокон перевернулся. Изнутри что-то полезло. Оказалось уже вот такой красивой бабочкой. Гусеницу звали Фрося. Фрося и Фросинья Останкинская. Вот такая у нас Фрося теперь получилась. Так. Вот, побежала. Вот такие колебания она делает крыльями. Успокоилась. Сейчас мы ее попробуем опять беспокоить. Эй. Эй. Тик. Первый полет называется. Сейчас улетит. Оп! Ай! Вот такая. Ничего себе. Так, по-моему, пора ее сажать обратно в банку. Все. В баночку, товарищи, сажаем.